меня снова Надя. Я надеюсь, что сегодня насладимся нашим шоу. Нижние этажи, верхние будут там. Ну, давайте наслаждаться шоу. Начнем мы с нижнего этажа. И я, как всегда, хочу вам показать, что на нижнем этаже. Это открепляется. Это холодильник. Он очень долго строился. В холодильнике есть два напитка. Как вы видите, он желтый и зеленый. Тут зеленый и желтый. Ну ладно, это не важно. Такая штучка. Это вторая морозилка. Ее я нацепляю вот так. Ой, другой стороны надо. Вот так. Потом вот такой коктейльчик. Сама я построила его. И он стоит у нас на верхней морозилке чуть-чуть. Так. Да, тут камера глядит. Ладно, так. Столик. На тарелке. Вам кажется, что это про... Ну, это мои добавления просто. Сейчас покажу. Это две вафельки. Сейчас. Смотрите. Вот они, две вафельки на тарелке лежат. Только, конечно же, можете их перевернуть. Можете не переворачивать. Потому что перевернутыми... Они как вафли будут. Ну, ладно. Ну, короче, вафли. Представьте, что это вафли. Дальше там есть касочка маленькая, там зелень и одна из колбасок. Так, все прилагалось. Потом второй этаж. Как я уже говорила в прошлом видео, то тут есть полочки. И ту фотографию, вот она. Мы разбирали с вами ящичек. Не знаю, как на свету. Ну, вот так выглядит, как там. Ладно. Давайте вот так положим пока мой планшет. И, может быть, вы сейчас увидите. Так. Тут наша девочка. Стефани. У меня две Стефани. Так, сейчас, погодите. Я возьму. Я дам ей фотоаппарат ее. Может быть, вам она покажется более... Смешно с этим фотоаппаратом. Вот. Да, на Стефани. Фотоаппарат. Она у меня всегда стоит на балкончике, либо спит. Короче, такая Стефани. Пока оставим Стефани. И перейдем к, мне кажется, Эмили, что ли. Или как-то ее по-другому зовут. Вот. Она девочка. Я на коробке были написаны их имена, но я не дочитала. Ну, ладно, я забыла ее имя. Потом, может быть, посмотрю. Я знаю эту девочку. Ну, как-то... Так, да, давайте подвинем ее. Ну, короче, ей прическа такая. Ну, она у нас держит зеркальце из другого лего. Ну, из Лего, конечно же, Friends, но только из другого набора. Зеркальце розовое. Ну, тут пара черная, значит, зеркальце должно быть розовым. Фиолетовый. Ну, давайте она вот так вот будет смотреться в зеркальце на себя. Вот. Она смотрит в зеркальце на себя. Хорошо. Ну, на первый этаж уже посмотрели. Давайте на верхний перейдем. Вот эти полочки, они очень узкие. Тут лежало зеркальце. Тут сундук с сокровищами. Как вы видите, фотография Стефани там. Ну, не Стефани нарисована, а просто Стефани фотографировала. Ну, и балкончик. Там цветочки, которые мы в прошлом видео дорисовывали. Не дорисовывали, оставили. Кроватки.
окна, они открывающиеся. Вот так. Но это только первый корпус нашей школы. То есть, конечно, это второй корпус. Я решил со второго начать, он более интересный. Но мне кажется, первый очень будет даже интересен. Ну и всем пока, да? Встреча через 10 минут. То есть вы должны подождать несколько минут и видеть снова видео. Я давно не снимала просто видео, и потом мы поговорим чуть-чуть о Ever After High. Ну, можем не говорить, я хочу просто более говорить, поговорить. Ну, всем пока. Пока.